Саратовский регион стал лучшим на всероссийском конкурсе, на котором свое умение демонстрировали инструкторы и собаки службы наркоконтроля. Чем славится местная школа служебного собаководства и что помогло победить инструктору Елене Русановой? В сюжете Юлии Шишкиной. Ай, молодец! Ай, хороший пес! Немецкая овчарка пес Акелла выходит на тренировку. Вместе с инструктором Еленой Русановой они отрабатывают упражнение «Поиск наркотиков на транспорте». Баночка с характерным запахом находится рядом с задним правым колесом. При нормативе в 3 минуты Акелла обнаруживает искомое за считанные секунды. Ай, молодец, Акелка, нашел! Профессионализм этой пары признали на всероссийском уровне. На чемпионате ФСКН со служебными собаками, который прошел в конце мая в Екатеринбурге, Елена Русанова и Акелла заняли первое место, став лучшими из более чем 40 регионов. Эту вершину Елена пыталась взять 4 года, занимая 4-е, 3-е, 2-е места. И вот, наконец, победа. Там интрига сохранялась до самого последнего дня. Последний день был решающим. Конечно, я настолько была уже, я выложилась полностью на этих соревнованиях. И когда объявили первое место, сначала даже не поверила. Что способствовало? Это ее трудолюбие, это ее любовь к собакам, это ее любовь к собаководству. Ну, яркий такой пример. Во время нахождения в полевых условиях кинолог с собакой находится в одной палатке, в одноместной, и спят, можно сказать, на одной подушке. На записи с чемпионата в Екатеринбурге Акелла задерживает нарушителя. Это так называемый курс спецподготовки. А самым трудным, делится Елена, было продемонстрировать послушание. Собака должна ловить каждый жест инструктора. Здесь многое зависит от выдержки человека. А этого Елене не занимать. Акелла достался ей 2-летним от другого хозяина. Трудно было завоевать доверие пса. Показательным стал момент, когда на тренировку пришел первый хозяин собаки. Когда я увидела, что Акелла побежал к нему, обрадовался, хвостиком завилял, а потом ко мне пробежал. Мы дальше с ним стали работать. Тогда, наверное, я поняла, что все, моя собака. К чемпионату в Екатеринбурге Елена Русанова с Акеллой готовились без отрыва от основной работы. С начала этого года они участвовали в 33 поисковых операциях и обнаружили более 5,5 килограммов наркосодержащих веществ. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.